Его похитили и пытали, его спасли, но он вернулся, чтобы защитить свою Украину. Геннадий Фимин был предпринимателем, теперь он ветеран войны и писатель. Все увиденное во время жестоких боев он записывал. Позже все очерки собрал в книге под названием «Доброволец сумрака». Ее сегодня презентовали в Одессе. Именно луганчане, мы видели первые события, как и Крым, что происходило, когда заходит российская военная машина, что происходит с городами, людьми, вообще с жизнью людей. Я не смог просто молчать, я стал писать. Где описывает события, которые происходили в начале 2014 года. В деталях рассказывает, как создавали террористическую ЛНР, делится с читателями своим взглядом на войну и рассказывает о подвигах своих сослуживцев. Мы ведь там приняли бои именно с российскими подразделениями Саурмаила, август 2014 года. И те бои, которые там прошли, и мы их выигрывали, поверьте, они описаны некоторые в этой книге, документально, интересно очень. Впервые книгу презентовали в Киеве в августе 2016 года. Она написана на украинском языке, а сейчас ее переводят на английский, чтобы правду о героях Украины знали и за рубежом.